Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. Поздравляю всех болельщиков с очередной победой Яна Непомнящего. Но турнир продолжается, и сегодня в обзоре главная партия. Победа именно Яна Непомнящего над Ван Хао. Играл Ян черными. Цена победы особенно высока. И, безусловно, крайне важна в турнирном действии, в турнирном положении. Итак, что же происходило сегодня в партии? Итак, Ван Хао совершенно в разобранном состоянии находится в турнире. Такое ощущение, что он очень сильно устал. И все партии второго круга особенно, они, конечно, не подлежат никакой критике. Тем не менее, давайте посмотрим. Был разыгран достаточно классический симметричный вариант, где Ван Хао предложил размен ферзей в начале партии. Ферзь e2, но и Ян не стал уклоняться, сделал ход ферзь e7. Сам Ван Хао играл и слон e6, там отдельная позиция, после хода конь g5 возникает теоретическая. Но в турнирном положении Яна черными, как известно, в таких ситуациях вот, ничья обычно устраивает, и надо сокращать дистанцию, когда ты лидируешь. Но так или иначе, давайте поглядим, что произошло. Итак, взятие на e7, король e7. Можно было здесь играть и слон e7, но там после слона f4 у белых чуть поприятнее. Ну и, в общем-то, позиция следующего характера. Конь c6 контролирует как поле e5, так и идея конь b4 при случае заняться слоном белых. И белые здесь сделали c3 ход. Обычно играют ладья e1 шах предварительно, но в этом случае черный слон выходил бы на e6, проблемы тоже, наверное, не испытывали бы черные. h6. Ход стандартный для таких позиций. Можно было начинать с хода ладья e8, с хода слон e6. Большой выбор, я уверен, Ян эту позицию готовил и, в общем-то, наверняка просто бы вспоминал, что в том или ином случае делать. Но h6 очень крепко. И конь h4, наверное, первый ход, который явился неожиданностью в этой позиции. Немножко белые отстают в развитии фланга, но, однако, у них идея заполучить двух слонов. Нельзя g6, так как белые съедают на g6 и имеют определенную инициативу за пожертвованные две фигуры за ладью. Там очень много пешек. Поэтому Ян сыграл максимально практично. Просто ладья e8, конь f5, поменялись, король f8. По большому счету, по дебюту уже здесь ничего не было. Но так или иначе, белые стараются здесь как-то туда-сюда ходить, пытаться ограничить подвижность фигур. Ну и, в общем, черным нужно применять точные планы. Ян пошел конь e7, слон h3, конь c8. А коня с c6, конечно, надо было переводить, поэтому, в общем, по такому маршруту конь и двинулся. Конь может встать на b6, на d6, и подготовка прежде всего хода c5 в таких ситуациях. Черные не боятся создать себе изолированную пешку, потому что все их фигуры начинают играть очень активно. Конь d2, пока ход классический, опять захват пространства на ферзевом. Естественно, белые зафиксировали ходом А4, С6, ладья Д1. Но белые освобождают поля для перестройки фигур. H5 на другом фланге подцепил Ян, конь F1. Ну и позиция продолжает не выходить за рамки равенства. Мы видим все то же самое движение, особо ничего не происходит. Ну и по большому счету, к чему должны стремиться белые? Белые должны стремиться к тому, чтобы поменять хотя бы одну пару ладей и пытаться потом, может быть, какими-то перестройками что-то придумать. Либо поменять все ладьи, и эти два слона тогда имеют определенные преимущества. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что происходило дальше. Спокойная, неторопливая игра. И вот ход слон g5. Конь f8, ладья e1, конь e6. После окончания партии на пресс-конференции, который пришел Ван Хао был, не сказать, что прям очень сильно расстроен, но, в общем-то, тяжеловато он выглядел все равно. И он сказал, что мне не хватило уже энергии, не хватает энергии, чтобы играть. И тем удивительнее, что в этой позиции, которой, в общем-то, белыми проиграть, мне кажется, крайне сложно. Я думаю, ну, когда человек в хорошем состоянии находится, конечно, белым стоило просто уничтожить на e6, ну и, в общем, скоро времени, я думаю, поменять все фигуры с доски. Особенно если у тебя нет энергии, ну как ты здесь, гроссмейстер высокого класса, ничего сделать должен. Но, тем не менее, какие-то уступки, видимо, внутри себя, он не хотел это позволять и решил сохранить вот этих слонов, сыграл слон e3. Ян пока сделал ход ладья c8 с четким намерением сыграть c5. Слон d2 я все равно провел c5, и после разменов король g2,
слон b6. Ну, позиция, опять-таки, была приблизительно равной. Что можно здесь сказать? Ну, черные, наверное, могли где-то еще подкрутить. Но, с другой стороны, прежде всего, надежность. В нашем деле главная надежность, поэтому основному принципу и действовал Ян. Сделал ход ладья c6, ну и белые здесь опять-таки куда-то дернулись. Для чего? Зачем? Непонятно. Но тем не менее, давайте посмотрим, что произошло. b4, конь c7. Хороший перевод коня. Последовал размен ладей. Поменялись еще пешки. Смахнули на b7, поменялись на c3. И вот в этой позиции выясняется, что вот в результате всех этих разменов черные приобрели определенную инициативу игровую. Потому что у них появилась проходная. Король белых пока далек, слон на h3 в нерабочем состоянии. Ну а кони, как мы знаем, в таких позициях часто имеют определенный перевес. Особенно, когда белые теряют преимущество двух слонов. Что произошло дальше? Ну, Ван Хау находит правильный ход, ход слон d7, потому что все остальное вело просто к худшей позиции. И по большому счету форсирует переход в такой эндшпиль, который по виду совершенно равный. Ну и вот здесь, в этой позиции, критическая позиция этой партии, в которой, по большому счету, ничего особо не происходило, вот в этой позиции Ван Хау осуществил невероятный просмотр, зевок, я не знаю, как это еще назвать, ну, осуществил, может быть, подарок, в конце концов, который, кстати, Ян-то заслужил давным-давно. И сделал ход ладья Е7, ход, который ставит под вопрос всю партию белых и ведет к тяжелейшей защите. Что нам необходимо было делать? Ну, так как конь привязан, ладья, точнее, привязана к защите коня, то есть можно было спокойно воспользоваться этим моментом, сыграть конь d2 и подвести короля к центру. По большому счету, в какой-то момент а на d поменяются, и партия завершится в ничью. Вместо этого совершенно необъяснимый ход от Ван Хау играет ладья e7, получает шах на c2, и после хода король g1 возникла критическая ситуация, где уже черные думают, как им реализовать перевес. Перевес уже достаточно серьезный. Дело в том, что король отрезан, мы видим, конь также не имеет ходов хороших. А ладья расположена самым оптимальным образом. Плюс еще и пешка d бежит. Обратите внимание, сколько всего сразу у черных возникло идей. Ну и после хода король g1 здесь много было разговоров, как тут надо было играть. В общем-то, сделал Ян ход d4 достаточно быстро, на мой взгляд. И, в принципе, вот этот период после 40-го хода игроки начали просто тарабанить, можно сказать, очень быстро играть. И, конечно, часть перевеса была упущена. Более гибко все-таки стоило сыграть конь f5, таким образом. В случае, скажем, ладья d7, черные могли перевести партию, как и случилось после d4, ладья d7, конь f5, черные сыграли. Так у них появлялся еще и маневр, связанный с заходом коня на f3. И в этом случае, скажем, если бы такое произошло после хода король h1, черных бы появлялись наверняка еще ресурсы, скажем, связанные даже с ходом g5, g4, которые, по сути дела, приковывали белых к полному пату на доске, потому что ничего совершенно не ходит, и контр-игра белых заключается только лишь в пешке А. Как защищать эту позицию, сказать сложно. Конь также не ходит из-за этой вот коробочки стандартной. Но так не случилось. Опять-таки, белые могли сыграть ладья, скажем, Е5, и на конь d4, ладья e3, ну и защищать, скажем, вот такую позицию. Я тут немножко подвигал, у черных была такая возможность, она очень неприятная. Здесь и пешка d, и король близко с пешкой. В общем, поле еще одно появляется у коня. В общем, мама не горюй, позиция тяжелейшая. У белых, скорее всего, они бы здесь не вытерпели долго. Но так не произошло, произошло то, что сыграл Ян сразу d4, после ладья d7, конь f5, ну, в некотором роде белым, может быть, стало даже чуть полегче. Они пошли опять, это единственный ход, ладья a2, ладья a7, хотя по виду позиция, конечно, тяжелейшая. И здесь началась слишком быстрая игра от Ян. Значит, стоило сыграть сразу h4, этот ход, видимо, давал чуть больше, чем
король f6, ход, который был сделан в партии, после которого Ван Хау двинул пешку а6, h4. В этот момент произошло движение, ладья а8, h3, то есть задвинул до конца, чтобы иметь при случае возможности с ходом ладья g2. А7, ну и вот мы видим, что, конечно, такое положение ладей незавидное, да, то есть черная ладья имеет море пространства, в отличие от белых. Ну, а движение дальнейшее белых, по сути дела, и вот, в общем-то, и не видно. Король Е7, Ж4, то есть пришлось коня отгонять, конь стоит на F5 активно, поэтому что, Ж4... практически и последний шанс. На любой другой ответ белый конь мог отправиться на d2, и это, кстати, тоже было правильным решением. Может быть, даже вместо g4 стоило сыграть конь d2 как вариант. Но так или иначе, последовал ход g4, конь d6, ладья b8. Решил Ван Хау поменять пешки а на d, пешка d падает. Но при этом остается плохой король, но есть слабости, но позиция далеко еще не проиграна, чтобы в ней так быстро рассыпаться. И что же произошло? Давайте посмотрим. Конь g3, да, последовал шах, король h1 и последовал уход пока короля на f8. Не самый точный ход, во всяком случае программы железные рекомендуют здесь ход g5, такой ход интересный, который блокирует, фиксирует пешки на этих полях, но, в общем, с другой стороны, кажется, что отдается чисто визуально полю f5, но на самом деле это поле здесь никого не волнует. Но после хода короля f8 белым стоило самим пойти g5, и очень важный этот ход, защитительный ресурс с целью потом спуститься ладьей и поставить как-то коня на e4. Но хорошо, об этом позже, как говорится, сделал ход Ван Хау ладья c3, после хода конь b2 выяснил, что угрожает страшная угроза захода на f2. Последовал шах, ушел, ладья d8. И после ладья f2 выяснил, что пешка f теряется. Пешка f потерялась. Ну и вот в этой позиции, которая, в общем-то, пока еще не слишком безнадежна. Да, конечно, она плоха, но бороться можно. Неожиданно для всех, я так думаю, Ван Хау просто капитулировал. Ну что же, вот такая вот партия произошла сегодня. Очень интересная, неоднозначная. И, конечно, хотелось бы, чтобы Ян при таких ситуациях, когда ему дают такие вот возможности, играл, может быть, чуть более точно. Это, во всяком случае, точно ему сейчас пригодится, чуть более точная реализация. Ну, а Ван Хау, очевидно, уже заканчивает, по сути дела, турнир. Можем ждать от него еще определенных подарков. Но нас это уже особо не волнует. Будем надеяться, что именно Ян сможет уверенно довести дело до конца, хотя все еще не ясно, на полочке отстает Гири, набравший крейсерскую скорость. И завтра важная партия против Вашье, который на 1.5 очка отстает и, по сути дела, имеет последний шанс на то, чтобы хоть как-то настигнуть. И кто знает, кто знает. Ну, пожелаем успеха, не будем говорить, как говорится, сотрясать воздух попусту. Желаю всем хорошего вечера, хорошего дня завтра, ну и, конечно же, успеха. До новых встреч, пока.